Фанфест на площади Куйбышева продолжается в атмосфере всеобщего праздника и футбольного интереса. Гостей развлекают творческие коллективы. На экране транслируются футбольные матчи. Сегодня их три. В 16 часов началась встреча Португалии и Марокко. В 19 будет играть Уругвай с Саудовской Аравией. Этот матч для нас имеет принципиальное значение. Завершающий матч в групповом этапе сборной России сыграет именно с Уругваем. Он состоится на стадионе «Самара-Арена» 25 июня. И сегодня вечером начнется трансляция матча сборных Ирана и Испании. По окончании всех ждет часовой диджей-сет. А завтра в Самаре игровой день. На стадионе «Самара-Арена» встречаются сборные Дании и Австралии. Этот матч начнется в 16 часов. Здесь, на фанфесте, в качестве хедлайнера культурной программы выступит швейцарская рок-группа «Готхард». Кроме того, будут транслироваться матчи Франции-Перу и Аргентина-Хорватия. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События.